Добро пожаловать на канал «Умно и разумно». В народной медицине существует еще много всяких рецептов лечения заболевания катаракты, воспользовавшись которыми очень просто. Единственное, что вам понадобится для этого, это дисциплинированность, терпение и упорство. Хочу поделиться с вами, как полотняные мешочки с семенами укропа быстро помогут вылечить катаракту. Катаракта – это заболевание, характеризующееся помутнением хрусталика глаза, которое приводит к частичной или полной потере зрения. Что нужно для этого сделать? В два маленьких полотняных мешочка положите по столовой ложке семян укропа. Завяжите мешочек ниткой и опустите на пару минут в кипяток. Дайте немного остыть. Затем теплые мешочки на 10-15 минут положите на закрытые глаза, накрыв компресс сверху полиэтиленовой пленкой и полотенцем, чтобы остывали не очень быстро. Повторять данную процедуру надо ежедневно перед сном, а если возможно, то и утром. При этом одни и те же семена можете использовать 5-6 раз. Для лечения начальной стадии заболевания применяют также свежую траву звездчатки средней. Это растение действует как противовоспалительное, антисептическое и рассасывающее. Из звездчатки делают компрессы, а также промывают глаза настоем, для которого берут 5 столовых ложек травы на пол-литра горячей воды, кипятят 5 минут, настаивают 4 часа. Чтобы лечение было успешным, необходимо нормализовать солевой обмен в организме. Для этого приготовьте такое лекарство. 300 грамм хрена натрите или перекрутите на мясорубке. Положите хрен в кипящую воду 750 грамм и снимите сосуд с огня. Через сутки процедите и добавьте 200 грамм меда. Хранить такой настой в темном прохладном месте. Принимайте по столовой ложке 3 раза в день за 15-30 минут до еды. Благодарю вас за внимание. Всем пока!